Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня нашел такой интересный проект, как Citizen Finance. Итак, все мы из вас, я так думаю, любим онлайн-шутеры от первого лица, королевские битвы и многое другое. И как мы могли наблюдать, разработчики часто ставят там новые скины, продают, то есть принадлежащие только им. Citizen Finance изменит это все, и как это она сделает, узнаем немного подальше. Итак, Citizen Finance, как я уже говорил, это шутер от первого лица на основе блокчейна, которая поддерживает NFT. Вот эти NFT и в дальнейшем могут все изменить. Уже можно отправлять и захватывающие приключения, путешествуя по оккупированным районам MetaCity, создавая собственный бункер и побеждая инопланетян. Такое расширенное понятие у данной игры. Внутренний актив Citizen Finance предлагает игрокам полное владение внутриигровыми активами. Внутриигровые активы — это невзаимозаменяемые токены на основе блокчейна, с помощью которых игроки получают вознаграждение за участие в игре и размещение активов в децентрализованном пуле, имея полное право собственности на игровые активы. Пользователи могут продавать их, дарить или использовать в качестве залога. Вот про это то, что я говорил в самом начале. То есть каждый сможет у любого игрока, не именно у администратора, купить NFT токены различные, которые там, например, будут скин какой-то или улучшение, и будут владеть именно только он. И также он в дальнейшем сможет продать эти токены NFT кому-то другому. Citizen Finance предлагает несколько вариантов использования игровых активов. Это сама игра, сделка, ставка и залог. Сделка позволяет нам обменивать свой игровой актив на другую криптовалюту на вторичном рынке. Ставка позволяет нам поместить неиспользованные игровые активы в децентрализованные пулы, добавлять ликвидность и получать за это токены CPHI. И залог, который можно использовать свои игровые активы в качестве залога для заимствования средств из кредитных протоколов. Довольно такой интересный проект. На этом закончим первую часть обзора. Переходите на сайт, ознакомьтесь с документацией. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.